Вот, дорогие зрители и подписчики, пришла я к нашим дорогим бубочкам Ули и Пули. Они тут больше дня были без нас. Вот такая у них обстановка. Работали, как говорится, на ура. Уборка предстоит основательная. В мисках пусто. Сидят на диете. Ой, Улечка, какая у тебя мордочка уже худенькая стала. И сама вытянулась. Ну что, понимаете, как у нас хорошо было жить? Вот хозяин теперь посадил на диету. Миски пустые. Ну, хоть хочешь, улыбайся, хочешь бегай. Но вы не переживайте. Я сейчас вас угощу. Сейчас я вам дам ваших вкусняшечек, куда поскакали. Идите. Миска ваша. Давайте, идите, идите. Скучали, да? Ой, травки принесла. Какое счастье. А еще и петрушечки принесла. Поэтому у вас сегодня праздник. Мы видеозрителям своим говорили, что будут на диете. Вот, настал этот момент. Порядки наведены. Хозяин все их причиндалы в такую коробочку сложил. Это он типа цивильно все делает. Сено, пеленки их. А тут все их эти, и вкусняшки, и пеленки, и когтеточки. Это означает, чтоб не лежало там, где ни попадя. У них вкусняшки лежали вот здесь. Угол пустой. Все, ничего лишнего. На столе тоже убрано. Все пусто, ничего лишнего. То есть занимался порядком. Календарь вон перевернут на сентябрь месяц. А мы его и вообще не трогали. Его календарь пусть и вертит, куда хочет. Ну, а самое главное, что такого у нас уже давно не было, чтобы вот такие пустые мисочки стояли. Это сидят на сене. На сене и на воде. Вот вода тут налита. Ну, девочки, вы хоть понимаете, что вы теряете? Понимаете, да? И мы понимаем. Мы так по вас скучаем. Включаем видео и пересматриваем. То ж мы в течение дня два раза это точно прибегали. Не получалось. Олег быстренько забегал, потом вечером я подходила. А вчера мы не виделись целый день. А сегодня уже почти половина дня. Полтора дня мы вас не видели. Ну и пока момент удался, я бегом прискочила, чтобы навести у них порядок, покормить их вкусняшками. Ну что, девчонки, вы пока едите, а я буду убираться. Давайте, приятного аппетита!